Мы за последние без малого 7 месяцев после того, как к власти пришла партия ПАС, этого не слышали. Ни слова о продовольственной безопасности. Нет, почему? Ни слова. Да? Комиссия, я вам скажу, что мы этого и не услышим. Потому что в Фейсбуке, где живет партия ПАС, да, значит, скот не растет, фермы не основывают, молоко, мясо и прочее не производится и так далее. А они живут только там. И вот участие таких, как Валерий, в передачах должно послать, должно хоть как-то, хоть кого-то из них вывести из онлайна в офлайн, чтобы получить какой-то месседж из подлинной реальности. Вы, дети, малообразованные, малокультурные, не только без высшего, но и без среднего образования, которые называете себя новой надеждой Молдовы, вы не знаете, как растет трава, как растет корова, и откуда берется тот молочный продукт, который вы пьете. Потому что в большинстве своем они не пьют молоко. То, что они покупают в супермаркетах, это молочный продукт. Ведь так, вы об этом хорошо знаете. Это не молоко. Выражение своих... Да, это молочный продукт. Но они об этом не знают. Вот Валерий сейчас говорит об этом партии ПАС. Я понимаю, что без толку. Но знаете что? Толк будет. Толк. Знаете, будет от чего? Будет. Я уверен в этом. Я постараюсь. Если вас услышат граждане. Мы еще не заканчиваем. И транслируют этот месседж действующей власти. Для того, чтобы она из онлайна переместилась в офлайн.